Дорогие друзья, я, Михаил Ефремов, приглашаю вас на неделю российского кино в Лондоне. Риджент-стрит, и там где-то Риджент-синема, как вы понимаете, но это вам, лондонцам, видней. Раньше мы любили к вам ездить, ну а теперь после Брексита и Трампа я не знаю, что нам вас делать, поэтому мы приедем только фильмами, «Хороший мальчик», «Про любовь» и «Москва никогда не спит». Последний фильм снят в сотрудничестве, кстати, с ирландским режиссером. Ксюша, ты целовалась на уроке? Прямо посреди урока. А тебе вообще какая разница? Ты же сама говорила, что он урод. Ну, с кем мне? Со Станиславом Ильичем? Спасибо, до свидания, хорошего вам просмотра, замечательных ощущений и потрясающих чувствований.